Я приветствую тебя, мой друг. Ты находишься на канале «Походы и рыбалка». Приятного просмотра. Четко, как на блюдечко. Ребята, поклевка. Вот там поклевка. Ну, походу кто-то Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь на реке Тура в Чечевите. Время сейчас раннее утро. Пришел порыбачить на фидер, взял фидер с собой и летнюю удочку. Как могли бы уже видеть, поклевка уже была и, соответственно, первая рыба. Как говорится, от ноля я уже ушел. Из наживки у меня червяк-опарыш и универсальная прикормка на леща, на плотву. Все, сейчас буду пробовать рыбачить. Не переключайтесь, посмотрим, что из этого выйдет. Я уже не помню, меня кто-то спрашивал, чем я пользуюсь от комаров. То ли в группе, в одноклассниках, то ли под каким-то видео. Вот, показываю еще раз. Рифтомид максимум. Вот такой голубой баллон. В принципе, отгоняет как комаров, так и мошку. Вообще без каких-либо проблем. Вот так вот я расположился, как можете видеть, без всяких понтов. Вот у меня здесь черви, опарыши и прикормка. Не знаю, насколько мне ее хватит. Это с прошлой рыбалки еще с ночной полупаковки вот у меня осталось. Вот. Ну, насколько хватит, настолько хватит. Посидим, порыбачим. Ну, пока фидер молчит, можно спиннинг покидать. На летнюю удочку тоже тишина. Сейчас покидаем спиннинг. Может, что еще на спиннинг возьмет. Писали ребята в комментариях по поводу вот этой катушки, что она тарахтит как трактор. По вашим рекомендациям разобрал, смазал ее ВД-шкой
Ну, не знаю, вроде бы скрип ушел, только вот вопрос, насколько хватит. Нет, она все равно поскрипывает. Но уже не так, как раньше. Поставил я вот такую блесенку, нулевку. Фирма даже не скажу, я уже не помню. А, ну вот сзади написано. Нет, сзади какой-то рисунок непонятный. Ну это не Maps, это какой-то Китай, не знаю. Такая чисто на окуня. Ну, возможно, и щучка возьмет. Так, вот сюда можно встать. Лишь бы успеть подорваться, когда у меня будет на фидер клевать. Так, периодически поглядывать. Ребята, поклевка. Вот-то поклевка. О, походу кто-то есть. Походу кто-то есть. Так. Походу есть кто-то, ребята. О, есть. Опа. Подлец. Вот он, подлещик. Красавчик. О. Вот, червяк. И на замочек идет опарыш. Сейчас мы его в садок. Так, положу пока сюда. Опа, опа, опа. Чуть не ушел. Все, в садок. И в воду, тут на рогатку. Лямочку прицепил, чтобы он не уплыл. Все, нормуль, продолжаем. Кормушку я забил. Огонь! Все, забросили. Манеха подождем сейчас. Чуть-чуть на дно уйдет. И дадим натяжечку. Крайней поклевки что-то я вот поставил, видимо, не туда забросил, маленько в сторону у меня ушло, просидел, наверное, минут 15, решил перебросил, и буквально через пару минут результат. Так что вот как-то так. На летнюю удочку по-прежнему тишина. Здесь я поставил червя. Не знаю, сейчас еще немножко похожу. Попробую на опарыш. О, ребята, на летнюю что-то берет. Так, так, так. Червя снял. Опа, поставил опарыша. И результат — чебачок. Чебачок мелкий. Сейчас его отпущу. Давай. Плыви. Вот опарыш. Две штучки поставил. Так вот рядом с течением, по правую сторону от поплавка течения. Опа, еще поклевочка. Ай-та, сошла. Сошла. Ну-ка, туда же, если забросить. Будет, нет, клевать. Ну вот тут-то под берегом мелочь, скорее всего, вот, клюет. Сейчас посмотрим, подождем. Ну, давай. О! Это уже сорожка.
тоже мелкая. Сарушка. Как говорится, мелочь, а приятно. О, опять клюет. Ну, мелочь балуется, тербанит. Фидер пока молчит. Сейчас надо будет перебросить. Ну, давай, 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 клюет, клюет, клюет. Рано. Это я рано поднял. Ну, туда же. Да, там походу мелочь терроризирует. Давайте фидер перекинем. Удочку пока положим. Фидер перебросим. Что-то там запуталось. Непонятное. Конкретно в этом месте, ребята, я, наверное, года два не рыбачил, сюда не ездил. И тут с одним подписчиком списался. Он тоже ездил на рыбалку, конкретно в это место. Его зовут Иван. Вот и думаю, почему бы сюда и не съездить. Вот, кормушка готова. Так, сейчас перекинем. Свой поплавок поправим. Все, нормуль. Нормуль. Так. Ориентир берем. Огонь четко, как на блюдечко. Сейчас подождем немножко. На дно сядет. Ставим. И делаем натяжку. Вот, все готово. Это на летнюю клюет. А, чебачок. Мелкий опять чебак. О, ты, братан, заглотил. Пошли тебе делать операцию. По удалению из тебя крючка. Так. Давай, открывай рот, не стесняйся. О. Давай, плыви. Ох ты, ох ты, ох ты. Ох ты, как прыгает. Спортсмен по прыжкам. Так, что у нас здесь? Ну, давайте еще одну парика сюда посадим. Такого жирнючего. Так, в перерывах, пока фидер молчит, в принципе, можно и поподрываться на летнюю удочку. Опа, близко. Вот так вот, подальше. Все, забросили. И оставляем. Пускай стоит. Оставляем, наблюдаем, наслаждаемся природой. Приятным времяпровождением.
общем, прошло где-то 2 часа. Так, на фидер больше поклевок и не было. На летнюю удочку я еще, наверное, с десяток чебаков половил. Ну, они мелкие, я их отпустил. Вот. Итог сегодняшней рыбалки. Два подлещика. Один вот даже такой вот хороший, второй поменьше. Вот они. Ну все, я уже собрал вещи, как вы уже видите, и буду отправляться домой. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться. Ну все, ребят, всем пока.